Добро пожаловать. Ой, домой. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Poppy Playtime Chapter 3. У нас с вами отключилось электричество по всему комплексу, и теперь нам нужно найти, где его включить. По-моему, нам сказали в прошлой части, что нужно идти в дом Милый Дом. А где дом Милый Дом? Я что-то не знать. Вообще понятия не имею. Вот там мы машину пытались задействовать. Возможно, дом Милый Дом это... Нет, это не оно точно. Да, это не оно. Оно должно, видимо, так и называться. Дом, милый дом. Идемте его искать. Он должен быть... Трудно. Трудно, когда так темно. Вот это похоже на дом. Но я что-то сомневаюсь, что это милый дом. Нет. Окей, видимо, придется ходить по каждому зданию. Тут даже указателей никаких нету, поэтому... Бедные дети, как они вообще здесь ориентируются? Скорее всего, вот дом, милый дом. Но он выглядит так максимально жутко. Как будто дом... Да, реально, дом из какой-нибудь Гензель и Гретель, только не из сладости состоит. В общем, что-то страшное. Да, мы его открыли. Погодите, здесь есть рюкзак. Жалко, по предметам нельзя шарить. Допустим, рюкзак открыл, посмотрел, что там есть. Собираешь всякие металл и прочие шестеренки, чтобы потом в каком-нибудь автомате прокачать себя. Блин, тут жутко. То есть дом с призраками, явно. О, блин, здесь дети. Интересно, они в нейросети сделаны это, или это реальные фотографии? О, ой-ой-ой-ой, как так? Что внезапно произошло? Почему я телепортнулся сюда? Давайте выходим отсюда. А, я попал в ловушку. Меня одурманили. Меня, блин, одурманили. Это как в Resident Evil 8, когда я пошел в дом, и все, я лишился всего оружия и начал просто глючить. Я попал в кошмар. О, да. О, да. Ой, мама. Я так понимаю, все двери закрыты, поэтому просто нужно идти вперед. Кто так еще действует? По-моему, пугало так действует в Бэтмене. Я вот все думаю об этом комплексе. Слышите, слышите. А, это радио. Этот комплекс. Я вот... Ну, всем понятно, что за этим всем стоит что-то очень ужасное, какие-то стрёмные эксперименты. Просто все понять бы мотивы этого человека. И как он вообще это преподнес людям? И преподносил ли он это людям? То есть, знает ли обычный народ об вот этом месте, где под землей находится целый детский приют? Просто когда мы подъезжали к нему, он со стороны выглядит как обычный металлический стрёмный купол в пещере. И при этом эта презентация есть. Утром поступили трагические новости. В 9:45 местные власти сообщили об обнаружении тела мальчика в поместье скончавшегося Эллиота Людвига, известного мастера игрушек и основателя компании Playtime. Личность ребенка пока официально не установлена. Тело нашли в бауле в верхней спальне. Полиция сообщает, что часть останков так и не обнаружили. Эксперты не смогли найти некоторые органы и кости. В данный момент неизвестно, является ли изъятие органов и костей причиной смерти. Так вот, как он это преподнес людям? Вот тоже есть эта презентация. А, все, перестань. Тут есть же презентация, когда ты едешь на в этом вагончике. Как будто бы, знаете, это экскурсии там проводятся. Компанию Playtime Co. попросили прокомментировать недавние события и ужасающую находку. Далее дословный комментарий. Это бесчеловечно. А Эллиот Людвиг был великим человеком. Все, кто был с ним знаком, понимали, что он не способен на жестокость. Конечно, он не мог совершить то, в чем некоторые обвиняют его. Он всем сердцем любил детей, таких же, как этот ребенок. Тело подбросили, и это... От этого преступления становится еще более бесчеловечным. Мы сделаем все, чтобы вернуть доброе имя нашего... Его репутация будет восстановлена в суде и публично.
Следите за новостями. Стрём. Видите царапины? Это царапины кота. Сапа. А, вот сюда нужно идти. Перестань. Меня пугает этот звук. Почему все исцарапаны? Что? Телефон? Он где-то здесь. Надо обойти. Мы, кстати, не можем бежать даже. Ну, естественно, не можем бежать. Мы же в кошмаре. Сюда. Беги! Это Оля? Там кто-то был, Я краем глаза увидел. Но мышка дернулась от того, что рука напряглась сильно от страха. Как он позвонил мне сюда? Или я на самом деле стою с той трубкой мобильной, и он просто сквозь сон мне дозвонился. Несмотря на заверения Playtime в невинности Людвига, многие считают, что его замкнутость и таинственность проявляется в запрошлые десятилетия, заставляют сомневаться в этом утверждении. Опрошенные соседи Людвига рассказали, что тот часто возвращался домой поздно ночью и уходил из дома до рассвета. Одни говорят, что он был болен, другие, что не двигайся ни на сантиметр. Тем не менее, Playtime Co. продолжает использовать имя Эллиота в бизнесе. Сомнений нет, впереди будет долгое судебное разбирательство. Не, я буду двигаться! Я в правильную сторону двигаюсь? Как понять, куда двигаться-то? Я пытаюсь понять, есть ли тут какие-то подсказки, которые нам говорят о том, куда нужно поворачивать, направо или налево. Но здесь... Но здесь везде просто царапины. Во все стороны. И там обои, как будто это тест Роршаха. Давайте пойдем на свет. Очевидно, мы идем в ловушку. Он специально нас пугает. Он пытается сделать так, чтобы мы сошли. Вот он! Может быть, не стоит? Или все-таки... Чё, guilt haunts you? Вина преследует тебя. Я даже представить боюсь, как они сделали такую игрушку, которая такой... О, нет, мы по кругу ходим. Как они сделали такую игрушку и зачем? Что ими двигало? Вина преследует тебя. Прекрасный эпизод. Они очень круто сделали. Стоп. Там был свет? Там, по-моему, другое что-то было. Идем сюда. Что-то изменилось здесь. Я не понимаю, как мне понимать. Как мне понимать? Вина преследует тебя. Нам не пройти здесь. Значит, я не в ту сторону пошел. Стоп, а что там еще есть? Вина преследует тебя. Меня? Они ко мне обращаются? Или это к Людвигу? Ведь это он все устроил, это его вина. А что если я и есть Эллиот? Прикиньте, я и есть Эллиот. Из меня сделали игрушку. Вставай. Блин. Вон он. Вставай. Черт, меня пробирает. Очень страшно.
Хотя ко мне обращались как к человеку, я помню. Но я все-таки думаю, что, возможно, я игрушка. И не мог быть простым сотрудником. Это как-то... Ну, странно, почему я... Черт. Черт, куда же идти? Сюда, наверное. Крики. Дверь открылась нам. There is no... Здесь нет безопасного места. Happy and fun, why was it done? Что? Счастье и веселье, зачем это было сделано или для чего это было сделано? Смотрите, там что-то есть. Что-то бликовало, но нет, мне показалось. Окей, нам нужно просто найти кассету. Может быть, она уже у нас в руках? А, всегда не вижу эти дурацкие кассеты. Давай. Хаги! Приветствуем наших сотрудников. Сегодня ваш первый день в компании Playtime. Поздравляю! Мы уверены, что совсем скоро на фабрике вы обретете новую семью. Полюбит и поддержит вас так же, как и родная. Изучайте пространство, все двери для вас открыты. Обедайте посреди творческого беспорядка. Им будет очень приятно. Вливайтесь в компанию новаторов, которые расширят границы современной науки. Хотите заботиться о детях? Тогда становитесь советниками в приюте. Вы поможете заслужить фундамент для нашего светлого будущего. Заложите. Каждому из вас отведена своя роль. Так что если завтра вас одолеют мрачные мысли о своих действиях и выборах, не волнуйтесь. Ваши руководители обязательно вас выслушают. И... Если вернешься, годы спустя, когда ваша совесть изнурит вас, вы опуститесь во тьму и прах. Поймете, что в будущем вас ждет только невообразимый ужас. Страхи, готовые сожрать вас. Быть может, они улыбнутся из тени. Оскалами с торчащим мясом и пластмассой. Они затаятся, ожидая своей очереди. Возможно, они и не дадут времени понять, где ваше место в том оставленном мире. Теперь это их мир. Добро пожаловать... Ой, домой. Блин! Я не успел среагировать, я не был готов к этому. Что, погодите, что происходит? Где мы? Оу! Чекпоинт был так далеко, мне нужно заново все сделать. Стоп, или... А! Нет! Нет! Хаги поймал нас, и все. Мы оказались тут, мы проснулись. О, мамочка. Помехи? Другой звук. Ладно. Мне очень понравился этот эпизод с кошмаром. Круто сделано было. У всех помехи. Значит, ладно, давайте решать головоломочку. Судя по всему, нас это сейчас... от нас это требуется. Дверь закрыта. Здесь провода, которые... О, нам нужно... Педал. F, чтобы экипировать противогаз. Отлично, у нас есть противогаз теперь. Но мы здесь не пройдем, нам нужно только вниз, я думаю. Оп. Одеваем.
Его надолго хватает, интересно? Что это? Охренительно, мне очень нравится. А еще можно? Нет, все, я думаю. Опа, смотрите. Что это за звуки? Кто их издает? Или это мы так дышим стрёмно? Погодите, куда нам нужно идти? Мы отсюда пришли. Может быть, сюда? Ого. Вот эта дверь открывается? Нет. Погодите, мы вернулись. А, мы сделали круг. Что-то это не то, что я ожидал. Секунду. Надо здесь повнимательнее посмотреть. Ага. Вот так мы расчищаем себе дорогу. Все, я понял. Судя по всему, теперь нужно вот это убрать. А, нет, мы можем просто проползти. Так. Или налево лучше сначала. Нет, тут все завалено. Какой же момент нам нужно будет убегать, я не понимаю. Нас, мне кажется, так подловят. Нужна кассета. Кассета. Я всегда не вижу кассету. Кассеты всегда лежат в очевидном месте, но я их не вижу. И да, кстати, вы писали гневы, писали свои, что я пропустил какие-то вещи в первом эпизоде. Мол, я как раз-таки в этот момент начал говорить, что если я вдруг что-то пропущу, извините. Я придерживаюсь своего заявления. Если я пропущу что-то, извините, потому что я не очень внимательный. Давайте это просто примем как факт, поймем, простим, обнимем меня и будем вместе играть дальше. Ну, как бы, я не знаю, здесь нет кассеты. Судя по всему, нужно в другое место сходить, посмотреть. Стоп. А вот тут что-то есть тоже? Можно проползти. А, вот кассета как раз. Кроватка. Испытуемый стабильный. Присвоен номер 1322. Во время последней проверки состояние четко обнаружились нейронные аномалии. Несмотря на нестабильные показатели, мы извлекли испытуемого из дома перед отключением света. А что вы делаете с моим другом? Почему ты не в кровати? И как ты сюда попал? Кевин заболел. Зачем вы его забираете? Я. Да, Кевин болеет. Ему очень не здоровится. Но мы хотим его вылечить. Ему станет лучше только если мы его заберем туда, где за ним будут ухаживать, где ему спокойно будет. Что ж, куда думаю, как думаете, он вылечится? Думаю, да. Мы умеем лечить, малыш. Мы хорошо учились в школе, слушали старших и крепко спали по ночам. Тебе как раз пора спать. Идем, я отведу тебя в кровать. Ладно. Было приятно познакомиться, Джозеф. Обещаю, с твоим другом все будет хорошо. Когда вы в следующий раз встретитесь, он будет даже лучше прежнего. Черт, тут титры так быстро уходят и переключаются. Я не привык супер быстро читать. Мне гораздо удобнее, комфортнее, медленно, когда все. Но благо вы можете стопить это видео. Слушайте, а чё толку? Вот мы посмотрели, это Джозеф. Окей. И тот ученый, который нам уже известен по предыдущим эпизодам. Стоп, может быть. Ладно, давайте попробуем. Так, стоп, сюда нельзя. Вот сюда пойдем. Что это? Это дырка, через которую мы прошли, да? Нет. Это дырка другая.
Ой, мама. Воу, воу, воу! Охренеть, он большой! Что-то сейчас он еще больше кажется. Ага, смотрите, мы можем отсюда дверь открыть, наверное. Наверное, дед. Окей, идем вдоль проводов. Это вот сюда. Оп. Нет. Нет, это не юзабельное. Тут все исцарапано. Как же здесь мрачно. Так, одна есть батарея. Я вижу, там кнопка. Пи-пи. Да, нужна вторая батарея сначала. Хорошо. Есть налево, есть направо. Тогда идем сюда. Секунду, так, сюда еще можно будет. Тут искрится, я боюсь, что меня ударит током. Пока не пойдем. Что-то написано. Run. Черт, беги, говорят. Прячься. Берегись. Черт, я испугался. Испугался искр. Пожалуйста, давайте не будем меня убивать. Спасибо. Оу! Чего? Кисси? Кисси сидит и смотрит на фотографию. Как нам не... Нам к ней... Подойти ему как-то нельзя, получается, почему-то. Кисси! А почему она так грустит по... Или, не знаю, грустит она? Непонятно отсюда, она улыбается вроде как. В общем, так... Предположим, что тоскует по этому ребенку. Давайте еще разочек посмотрим отсюда внимательно. Есть ли тут батарейка? Никак нельзя с ней повзаимодействовать, к сожалению. А, вот туда можно как-то. Вот только. Вот только как? Или я где-то просрал одну батарейку. Такое может быть? Вполне себе такое возможно. Это половинка подсолнуха. Окей, давайте еще раз в эту сторону. Серьезно, куда? Да? Нет. Погодите, вот же. Я за эту... Блин, я из этого тумана даже не увидел, что там есть рукоятка. Все правильно смотрел. Она такая блеклая, видите, сливается с потолком. Ну, здесь, ладно, лучше видно. А, ну, когда смотришь, видите, по центру, у меня же здесь от маски есть тень. Да, из-за этого я не заметил. Где-то здесь батарейку мы найдем вот-вот, уже скоро. Сколько люлик, люльки. Там оторванные головы у игрушек. Почему буги-ботов так жестоко убивают? Или тут среди игрушек уже своя экосистема, пищевая цепь сформировалась, что они как бы большие хищники охотятся на маленьких. Стоп, тут дверь есть. Закрыта. А вот это? Закрыта. Да. Что за... О, нет! А сюда? Куда? А если сюда, то мы куда? Давайте сначала пойдем батарейку лучше отнесем. А то я совсем запутаюсь. Так. Кажется, это вот сюда. Есть! Петушиный будильник.
Окей. Мы это сделали. Там открывается дверь на лестницу. А теперь давайте сходим еще раз в то место. В то место это вот сюда. Сюда ли это? Нет. Сто пудов такая дверь нам не откроется. Не, ну понятно, почему эпизод так долго выходил. Потому что, ну посмотрите, сколько деталей. Какой левел дизайн. Шикарно. Стало гораздо лучше. Сразу видно, ребята учитывают ошибки предыдущих эпизодов и стараются. Погодите, вообще куда мы должны были пойти? Как-то я, по-моему, в другом месте совсем нахожусь. Тут же был какой-то огромный медведь. Дохлый. У которого я взял эту батарейку. Теперь его здесь нету. А, он вот здесь. Да, и мы можем вниз. Вниз. И сюда. Ух ты. Ничего такого интересного нету. Забитые двери. Замок. Его нельзя будет даже открыть. Погодите. А, все, я понял. Мы сделали круг. Хорошо. В таком случае идем сюда. Господи, как много здесь коридоров. Как много мест. Ага, я тебя понял. The... Hour of joy. Час наслаждения. Ну погнала, машина, давай. Оп! Вот прикольно. Ну кто их так расположил? И вообще, кто сделал такую опасную для детей машинку? Если кто-то ее заведет, она поедет, и какой-нибудь ребенок будет стоять на пути, то все, хана. Слушайте, еще можно и вниз. А, нам вниз не надо. Не надо нам вниз. Хорошо, идем просто туда, где открываются нам двери. А ты кто такой? Это один из этих улыбающихся стрёмных. Привет, я свинка-капризулька. Давай есть. Рост, биф, вкуснотища. Курочка, гриль, с удовольствием. Запеченный слон, вкуснотища. Как-то специфически, как будто она хочет сожрать всех игрушек. Вот там был слон, помните? Была картонная фигурка слона. Освежеванный единорог? Все еще голоден? Давай будем друзьями. Ладно, повторяется уже все. Смотрите. У! Кассету нужно найти. Кассету необходимо отыскать. Мне понадобится минут 10 на это, я думаю. Мой зоркий глаз осмотрел всю комнату, и я могу с уверенностью сказать, что здесь кассеты нет. Поэтому давайте пойдем дальше. Я уверен, мы ее найдем. Смотрите. Музыка. Музыка вступила. Это не к добру. И причем еще непонятно, куда нужно эту энергию оттуда зеленую взять и доставить вниз, что ли? Нет. Нам еще, видите, вот здесь провод. Там еще нужно подключить что-то. И композитор шикарный у них. Мне еще с первого эпизода понравилась музыка.
Ох. Я сейчас особо никуда не бегу, потому что хочу музыку дослушать. Чувствуете, как тревожные нотки начинают вступать. И все же, музыка — это хорошо, но я так и не понял, куда мне нужно идти, куда нужно брать эту энергию. Здесь мы точно не спрыгнем. И здесь мы никак не пройдем. Блин. Так, что если вот так, так, и тогда мы вниз сможем попасть. А надо ли нам это? Стоп, а что если нам нужно на облачка? Не, мы вряд ли. Вряд ли. А вот это интересно. Мы можем? Черт, я вижу, что это кишка. И там есть проход, почему-то мы не можем ее открыть. Может быть, только снизу? А может быть, есть где-то вход в нее? Вот я и нашел кассету, представляете? Она здесь, в серванте. Давай, берись. Просто случайно набрел на нее. Давай, вставляйся. А вот и они. Конечно, они такое ни за что в жизни не пропустят. Кто это, миссис? Кто? Господи, как быстро! Быстро субтитры вот так. На этой неделе доктор Уайт выбрал Самуэля Ли. Прежде чем Сэм уйдет, давайте с ним попрощаемся. Со мной. Один, два, три. Пока, Сэм! И ты понимаешь, Сэма мы больше не увидим. Все. Мы наконец-таки нашли кассету. Теперь давайте понимать, куда нам дальше-то идти. Вот туда бы как-то пробраться. Пипец, как трудно заметить эту штуку. Все так просто оказалось. Окей, мы проходим. Вот сейчас мы как раз-таки увидим то, что там стояло. А. Оно не раб... Ой-ой-ой-ой-ой. Звуки. Чёртовы звуки. Оно работает? Вроде как провода оторваны. Давайте на всякий случай. Понятно. Я вижу здесь что-то светится. Надеюсь, у вас голова не кружится, потому что так много объектов мелькает в темноте. Мне трудно ориентироваться порой. Смотрите. Черт, а могу ли я поближе подобраться? Нет. Сейчас мы обойдем. О, нет, мы не обойдем. Слушай, ну вроде же рука должна... Должна... Может быть, нам повыше забраться как-то? Ну-ка. Еще выше. Какой он стрёмный, блин. Черт. Так, давайте еще раз смотреть. Причем нам нельзя смотреть напрямую. Нам нужно использовать периферическое зрение. Потому что объекты из-за противогаза немножко становятся блеклыми. Разве что мы могли бы использовать этот куб, чтобы забраться на эту кровать. Может быть, вот... Найс. И вот сюда. Открыли. Быстрее, быстрее, быстрее. Окей. Что у нас дальше здесь есть? Ага, еще одна. Тут нет никаких дырок в полу. Стоп.
Так, подвиньтесь сюда. Куда делся? Хорошо. 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 Есть. Я вот не знаю, противогаз-то мне сейчас нужен или как? А! Не нужен. Я просто так в нем ходил. Глаза-то горят. Позвольте подойти к вам сзади. Именно этого он мне и не позволит. Черт. А если вот так вот? Стоп, он не видит меня. Перестал видеть. Сейчас мы аккуратненько проберемся. Быстро. Оп. Слушайте, да, я правильно мыслю. Черт. Окей, давайте пройдем чуть дальше, посмотрим, что тут еще есть. Ага, GP, кубики большие. Во! Вот как раз-таки теперь мы окажемся там, на другом конце этой решетки. Смотрите, дверь открыта. Ай, как же тут галимо, как же тут неприятно. Кровь. А? Нам туда точно нужно. О, блин, можно и вниз даже. У-у-у. Это еще рано. Вниз пока не хочу. Окей, мы взяли зачем-то. Чтобы что с этим сделать? Черт, говна кусок! Ага, здесь... Мы как раз таки высунулись вот отсюда. Хорошо. Потом мы оказываемся опять здесь. И вот там еще была решетка. Блин, ну это тоже куда-то вниз. О! Оп! Идиот. Я забрал у него. Я у него забрал. Давайте попробуем сюда, потому что тут был контакт. Возьмем его на всякий случай. Ой! Он же не открывается. Тогда в ту кишку, наверное, нужно пойти. Я, честно, не помню, куда нужно вставлять батарейку. Я не видел нигде слотов. Слотов нету. Ну ладно. Тогда давайте вниз. В таком случае... О. Ух ты. Мерзко. Стрёмно, как всегда. Вы видите, здесь какие-то следы исчезают. Вот что это такое? Они исчезают прям, когда я подхожу к ним. Здрасте. Вот сюда. Мы здесь были уже. И уже все это сделали.
Черт меня возьми. А, стоп. Не успел? Не успел. Какого фига? Погодите, в какую сторону? В какую сторону? Вот сюда? Ну где я только что брал электричество? Вот еще два. Блин. Что-то я запутался совсем. А, вот здесь я брал его. Все? Сработало, открыло. Да. Берем отсюда. Переносим вот сюда. Стой! Есть! Опа! Одно объятие хорошо, а два лучше! Одно объятие это хорошо, а два еще лучше! Обнимашки навеки! Обниматься целый день! Я тебя так обниму, что ты будешь пищать! Одно объятие хорошо, но лучше. Он ничего нового не говорит. Стоп, 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 стоп. Да, он повторяется. Зачем я здесь? А, машинка. Ну давай, разгон, оп! Да, детка! И что здесь? Значит, мы проходим прям совсем в новую локацию, наконец-то. Там что, красный дым начинается? Прячься, прячься, прячься. Мы прятаться, конечно же, не будем. Опа. Да, начинается. Уф. Мне здесь не нравится совсем. А долго я буду еще с этой батарейкой ходить? Здесь не открывается. Вот это открывается. Стоп, еще одна? Окей. Идем сразу с двумя. Будет смешно, если где-то там наверху нужно было первую вставить. Я вижу, там от руки была кнопочка для руки. Сейчас, погодите секунду. Да че за... Господи, я устал. Что мы сейчас сделали? Мы просто круг сделали какой-то. Вот здесь мы пролезли. Чтобы что? Давайте еще один раз сделаем этот круг. Ой. Вылезли отсюда, чтобы... Чтобы что? Смотрите, как валит этот дым. Красный дым просто валит. Сейчас можно снять хотя бы эту штуку? Да, можно. Я уже начинаю уставать от этого приюта. Очень много всего. Вот зачем я в эти места сходил? Чтобы чего добиться? Наверное, батарейку еще одну нашел. Блин, еще! Еще комнаты!
которых нету ничего. Оу. А, господи, блин! Вот, все, я осознал. Я же нахожусь в другом крыле теперь, да? Оно просто очень похоже было на предыдущее. Че открылось-то? Вот открылось. А это не открылось. Ладно, пойдем просто сюда. А, наконец-то! Реально было похоже, как будто бы я в предыдущей локации оказался. Немножко затупил, видимо. Наконец-то мы вышли во что-то другое. О, пазлы! Обожаю. Так, а ты есть что такое? И чтобы использовать башню. Оу. Прицелься из пушки по электроопоре и потяни за рычаг. Еще раз. По какой? Допустим, вот так я прицелился. Что? А, сначала нужно повернуть. Допустим, вот так. Интересно. А чем наша рука не нравится? Возможно, потому что здесь нету источников питания. Источник питания как раз таки вот эта штука. Итак, нам необходимо направить его. Ну, дайте смотреть. А, видали, как делает. Сейчас и посмотрим наверху, где контактик. Контактик вон. Ага, кажется, есть. Ага. Very good. Смотрите, а что было сейчас? Что-то поднялось как будто. Оп. Нет. Нам мешают врата, я понял. Тогда давайте вот эту штуку. Сейчас надо убрать ее. Эй, не убирается. Выключим. Тогда, да? Ага. Ага. И что? Ой, чё это? Чё это? Оно не открыло нам ничего, да? Может быть, вот. Ага. Ага. Бегом. Бегом. Есть! Клевая загадка. Круто, что они расширяют инструментарий. При этом мы все равно используем одно и то же. Вроде как. На этом мы с вами, друзья, остановимся. Продолжим в следующем выпуске. Надеюсь, что он будет очень скоро. Подписывайтесь, чтобы не пропустить его. С вами был Юджин. Всех вас люблю, обожаю, целую, обнимаю. И всем пять!